В 50-х годах появилось вот это так называемое окно в мир, телевизор. КВН-49. А чтобы лучше рассмотреть лица любимых артистов, изобрели еще и вот эту линзу. Вы помните? А? Давайте посмотрим, кто тогда блистал на голубых экранах. Спал Васильевич вдвоем, мы на пенсию живем. И не курим, и не пьем, но пока еще поем. Вы вспомнили? Ну как же, Рудаков и Нечаев. И вот отпели мы куплеты, это все там. Вспомнить. Но вы знаете, остановился концерт. Мишку, Мишку, вот ты лопни. Я уже это снял ботинки. Ушел туда. Ушел. Паша, давай сюда. Что такое? Ну, вот такой бунт. Ничего, не дают объявить следующий номер, хоть ты умный. Прибегает кто-то, говорит, давайте пойте. Я, ну, пошли. Ну, встали, микрофон. Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту грустную минуту, как тебе мне хочется сказать? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, то, что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка, милый, я тебя по-прежнему люблю. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка, ласковый, хороший и простой. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, то, что ты уходишь от меня. Самая нелепая ошибка, то, что ты уходишь от меня. Вот если бы был конкурс на самую спорную песню, Мишка бы и сегодня занял первый приз.